прошли первые совместные российско-сирийские учения по уничтожению террористов и противодиверсионной операции. Авиация уничтожала бронированные цели противника, уничтожала живую силу противника и прикрывала высадку штурмовых групп сирийской армии. Все поставленные задачи были выполнены на отлично, цели все поражены. Одной из задач для нашей авиации было это после нанесения поражения по бронированным объектам противника, уничтожение их, прикрытие высадки сирийского десанта в заданное время, в заданном районе. С чем наши воздушно-космические силы справились на отлично. Ну, во взаимодействии отработали взаимное управление в воздухе, отработка пеше и полетному на земле совместными действиями. Тренировки, опять же, проведенные на земле, привели к успешному выполнению всех поставленных задач. С нашей стороны были задействованы ударные вертолеты К-52 и десантно-транспортный вертолет Ми-8.